Хранитель, подойди. Алитея? Ты в гробнице Агамемнона. Именно здесь наследница памяти найдет нужный символ. И что теперь? Теперь относительно. Сможет ли наследница открыть глаза и увидеть символ? Найдет. А что делать мне? Подождать здесь? Мы выполнили свой долг. Настал ее черед действовать. Я готов с ней встретиться. Когда же? Ты все понимаешь. Кроме одного, ты только ждешь встречи, а наследница уже хорошо знает тебя. Так что мне делать с посохом? Хранить, пока он хранит тебя. Задача хранителя — не поддаваться смерти. Все, кого ты знаешь, все, кого ты любишь, умрут. Ты полюбишь снова и снова потеряешь, и будешь жить. Было несложно. Альтаир 2, я знаю, где следующий символ. Отлично. И где? В гробнице Агамемнона, в Аргалиде. Альтаир 2, это Лейла. Было непросто, но я внутри. Объясни еще раз. В посохе скрыт искусственный интеллект или разум, который может снять печать Атлантиды? Вроде того. Знаки в гробницах как-то связаны со знаками на посохе. Как? Расскажу, как только выясню. Поверю тебе на слово. Будь осторожнее. Вот это да. Что там? Не хочу портить сюрприз. Скажу одно. Когда я вернусь, вы ахнете. Телу, наверное, тысячи лет. Эти плиты на полу. Надо глядеть в оба. Надо придумать, как пройти. Первый символ здесь. Тупик. Символ! Первый из трех. Прекрасно. Очень похоже на созвездие. Лейла, у нас отказали все датчики. Как ты там? Хорошо, хорошо.
Остается найти еще два. Я возвращаюсь в Анимус. Система сильно сбоит. Нужно прерваться и выяснить, в чем дело. Прервемся, когда снимем печать. Отбой.